Ты повидела, серьезно? Да, я тебе свои наряды сразу серьезно видно будет. Это человек. Можно давать? Ничего, наоборот, садитесь. Вот как на рабочем месте. Павловна? Да. Да рабочий не сидит. Ближе сядьте, вы за диспетчер. Я же не диспетчер. Он сейчас на свой. Я же не диспетчер. Ну все равно. Ну бо, ну что это, такой тебе день красивый. Лет через пять посмотрели. Это же надо было. Не надо меня так. Кабинет агронома надо снять. Полка. У нас тут босс агроном есть, сел. Босс агроном, да? Его в кабинете надо снять сейчас. Иди, заходи. А поставили его фотографировать? Поскорбу уже. Федор, шляпу одень. Шляпу. Давай. Зачем мне шляпу? Да уйди, не мешай, давай. Снимай, не тот. Шляпу одень, не мешай, Борис, вот широкую, ковбойскую. Да, 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 колос, я рассматриваю. Что вы пишете, да? Нате сноп. Записка. Сноп инженеру нужно. Улыбку, Федор. Все такие деловые? Нет, улыбку не надо. Это не мои сигареты, их убрать надо. От предчувствия большого урожая надо улыбаться. Не надо. Я уже слышала. И дырочек не видно. Чего не говоришь? Давай. Давай. Все. Я похожа. Папа, встречи, где-то еще. Знаешь, с кем похожи? С кем? Вот ты одна женщина сейчас. Ваха, ты скажи, какой фильм сейчас идет? А, это американец, Барик. Что? Американец. Американец, потому что это голова. Тоже на фильм пришел, долго лететь вверх ногами. Очень смешно. Вот меня спустите вниз, пожалуйста. Я слышала соревнования на прошлой неделе. Там принимал участие один американец. Его так сбили на ноги. Это был мой брат. Он больше не сможет встать на ноги. Подожди. Подожди. Шумно больше всего было в столовой и в центральном контроле.
Сейчас для учеников что есть у нас? Вот скоро учебный год начинается. Да ничего нет, такое вот только. Какие принадлежности есть? Дневники, карандаши, линейки разные есть. А так пока тетради еще нет. Книг тоже нет. Ну, книги в школе им выдают. Пока ничего такого нет. Из одежды что какой? На что большой спрос, что есть, что нет. Ну вот вы ходите, костюм вам надо, где его взять, если нету? Школьных сейчас требуют, просят много костюмов детских. Вот уже сегодня два стали возьмут. Зимние пальто, да. Детские, женские, мужские. Ничего такого нет пока. Мужские группы, простые рабочие просто. Товарищи, фильм, который мы сейчас сняли для вас, сняли вас на всех участках, на всех процессах работы, снят, значит, не для телевидения, снят не для показа в других организациях, а мы его сняли чисто для наших рабочих, для нас. Чтобы в этом фильме каждый из вас мог посмотреть на себя со стороны, посмотреть сегодня, посмотреть через 5, через 10 лет, вспомнить былые времена. Ну, глядя на фильм, вы, наверное, замечали много интересного. Особенно каждый начальник, каждый рабочий на своем участке замечали то, что в обычной рабочей обстановке мы не видим. Это мусор, беспорядки, металлолом, небеленые стены с затеками, заросли сорняков. Мы к этому привыкли, мы это, можно сказать, прямо не замечаем. Но вот в этом фильме, посмотрев этот фильм, вы все увидите. Мы планируем, значит, вот этот фильм показать буквально всем, буквально всем. Пригласим вас в наш видеосалон, где мы его прокрутим, и вы все его увидите. Ну, если у нас появится возможность, такие фильмы мы будем снимать почаще. Будем снимать торжественные моменты, юбилеи, празднования, концерты, самодеятельность нашу.
и так далее. Сейчас, в настоящее время, мы пока такой возможности не имеем, но я думаю, со временем эта возможность у нас появится. Этот фильм у нас будет началом по этому году, вернее, вот в течение месяца мы планируем пригласить товарища кинооператора или видеооператора к нам в совхоз еще один раз в начале уборки, если не ход уборки зерновых, ход уборки кукурузы, другие мероприятия, открытие учебного сезона, открытие детского садика и так далее. Все мы это сделаем в следующий месяц, и также все вы этот фильм посмотрите. Если у нас появится возможность, то в самое ближайшее время мы, возможно, сможем вот эти вот все съемки, которые мы будем сейчас производить в совхозе, мы их попытаемся продемонстрировать по нашему второму телеканалу, чтобы вы вот дома, не выходя из квартиры, могли все эти фильмы посмотреть. А сейчас посмотрите, сделайте выводы и, как хороший хозяин, наведите каждый у себя порядок.